Так, всем добрый день. Сегодня 16 апреля. Я вам сейчас покажу одну важную процедуру, которую надо провести на клубнике в период цветения и начала ее созревания. Это вот видите, у меня флэр. Начали окрашиваться первые ягодки. И значит, что мы делаем? Вот видите, вокруг кустиков тут кое-где березка пошла расти. Кое-где листики старые, вот видите, они уже такие. Что надо сделать? Надо подготовить нам место для ягоды, чтобы ягода легла на клеенку и не получила гнили и всякие болячки от старого листа. Потому что вот этот лист буквально еще там неделю, может 10 дней, он будет уже сухим, и от него пойдут всевозможные заболевания, и они создают загущенность среди кустиков. То есть мы убираем загущенность, продергиваем сорняки и убираем весь вот этот старый лист. Если вы работаете на плодоношение, то еще убирайте и усики. Вот они, видите, растут. Если вам не нужны саженцы, урожай у вас тогда будет лучше, если вы уберете все усы, которые сейчас начинают расти. Потому что усы тянут на себя достаточно много питания. И получается, какая-то часть питания, которая должна пойти на плодоношение, налив ягоды, она уходит в ус. В общем, что мы делаем? Мы берем и вот этот весь старый лист просто выщипываем и выносим его куда-нибудь с плантации. Под ногами. Ну, можно сначала под ноги кидать, потом в ведерко в какое-то или на тачку и вывести его. В общем, вот так надо это все дело пройти и все лишнее убрать. Вот видите, ягода легла на лист, и вот тут 100% в дальнейшем будет загнивание. Будет только небольшой дождик, пасмурно, как сейчас жарко, если, то не будет никакой гнили. Но если задождит, 2-3 дня дождей, и придете собирать ягоду, а у вас она половина будет гнилая. Именно в том месте, где она соприкасается вот с этими листьями, где вот такая вот, видите, загущенность. Вот среди листики, ягодки. Вот это, конечно, нельзя допускать. И если вы это все зачистите сейчас, то вы в дальнейшем не потеряете какую-то часть вашего урожая. Если солнце будет, то ничего страшного. Но если будет пасмурно, она будет пасмурно обязательно в мае месяце. Обычно дожди там какое-то время, начало июня. Вот это надо все зачищать. Еще один секрет мне кто-то рассказывал. Говорит, если вот на такой стадии, ягоды пройтись фермом, ну, железом по листу, то можно увеличить размер ягоды, ну, не вдвое, но она будет побольше размер. То есть она увеличится в размере. Так вот, видите, тут вот этот старый лист, вот земля тут какая-то насыпалась. Надо ее убрать. Вот. В общем, вот так все делайте, как я. И будет вам счастье. Что это у меня там за кошка идет? Кто-то мяукает. Кстати, разница между подсветкой
Тут даже быстрее, по-моему, ягода спеет, чем там, где подсвечено. Не знаю, может. Думал, кошка, птичка села на дерево, как кошка мяукает. В общем, подсветка, я не знаю, вот разницы видите вы, нет? Я не вижу. И тут, кстати, вот где подсветка, ни одной спелой ягоды нет. А тут есть спелая ягода. Так что светим дальше, посмотрим, может, что-то еще получится. А может, осенью посмотрим, подсветить ее на нейтралах. Проверим. Не знаю. Ну все,